Любишь симуляторы жизни? Всегда хотел почувствовать себя богом? Тогда «Игры реальности» специально для тебя. Новое реалити-шоу, не имеющее аналогов в мире, открывает для тебя новые возможности. Больше не нужно переживать за судьбу героев. Ее можно взять в свои руки. Теперь ты можешь не только следить за жизнью реальных людей, но и управлять ею. Заботься о благополучии героев, обустраивай их быт. Удовлетворяй потребности, можешь разнообразить их досуг или наоборот попросить их развлечь тебя. Разделить с ними радость победы или горечь поражения. Их успехи твои. У нового шоу нет сюжетной линии. Сценаристом здесь являешься ты. Игры реальности. Только для искушенного и смелого зрителя. Каждый из семи персонажей обладает уникальными чертами характера. Кто станет твоим фаворитом? Бывал. Вась Васич. 42 года. Отсидел и недавно вышел по УДО. Приземленный, грубоватый, но добрый. Расположен к людям. Проблема. Стремится разбогатеть легким путем. Но у него ничего не получается. Имеет собственные убеждения, которые разнятся с общественным мнением. Готов доказывать свою правоту. Цель. Освободиться от долгов и купить дом в деревне. Забыть прошлое. Прошлое. Родился в сибирском городке. Любит родителей, женат, двое детей. Из-за своего стремления к легкому обогащению пытался прокрутить финансовую махинацию, но попался. Был осужден до 5 лет общего режима по статье 159, часть 2. Способности. Умеет вести дела. Хозяйственный. На него можно положиться. В меру азартен, пока сидел, пристрастился к игре в нарды. Бой-баба. Катерина. 36 лет. Красивая и властная женщина. Одинокая и от этого страдает. Проблема. Авторитарная, не умеет делиться властью. Иногда не сдержана в выражениях. Может словом сильно обидеть, но может и ударить. Цель. Стать мэром своего города. Матерью города. Чтобы все ее за это любили. Прошлое. Родилась в Екатериновке, Саратовская область. Закончила школу с красным дипломом. После школы с отличием закончила железнодорожный вуз. По окончанию сразу попала на железную дорогу. Отличный руководитель. Дослужилась до начальника станции. Но из-за своей принципиальности поругалась с начальством. Вынуждена была уйти в строительный бизнес. Не замужем, детей нет, но очень хочет. Способности. Решительность, ум. Готова взять ответственность на себя. В критических ситуациях способна принимать молниеносные и точные решения. Светская львица. Ксю. 27 лет. Очень красивая, обаятельная девушка. На этом, пожалуй, все. Светская львица знает все тонкости этикета. Живет за счет влюбленных в нее мужчин. Проблема. Высокомерие, инфантилизм. Не хочет работать. Не способна решать проблемы. Цель. Построить собственный отель с эксклюзивным салоном красоты. Прошлое. Родилась в Шлиссенбурге, Ленинградская область. Училась прилежно. Мечтала стать певицей, потом актрисой, а затем вовсе выйти замуж за олигарха. Любительница глянцевых журналов. В погоне за мечтой уехала покорять столицу. Первый мужчина был старше ее на 20 лет. Способности. Красиво, обаятельно, чем и привлекает состоятельных мужчин. Знает все о здоровом питании. Неформалка. Лия. 26 лет, наполовину кореянка, бунтарский характер, максималистка, художница. Проблема. Считает себя исключительной и потому всегда уверена в своей правоте. Цель – создать фонд по поддержке талантов. Прошлое. Детство прошло в Казахстане. В школе училась хорошо, но получала нарекания из-за поведения. Ребенком больше всего любила свою бабушку, которую считали знахаркой. Еще в детском возрасте могла предсказывать некоторые события и чувствовала энергетику окружающих. Способности. Талант к живописи. Экстрасенсорные способности. Компьютерный гений. Макс. 25 лет. Окружающую действительность воспринимает почти как виртуальную компьютерную реальность. Хакер. Проблема. Живет только головой. Не знает, что такое тело и чувства. Цель. Создать компьютерную игру нового поколения и открыть свой игровой клуб. Прошлое. С детства рос замкнутым ребенком. Рано обнаружил талант в математике.
В школе обладал эдетической фотографической памятью, но учился неохотно. Огромное количество времени проводил в компьютерных играх. С компьютером познакомился раньше, чем научился читать. Способности. Гениальный программист и геймер. Может взломать любой сайт. Душа компании. Юрец. 30 лет. Очень общительный, балагур и весельчак. Склонен к приключениям и риску. Проблема. Страх одиночества и гипертрофированное чувство справедливости. Цель. Создать свою музыкальную группу и студию звукозаписи. Прошлое. Вырос в Краснодарском крае. С ранних лет был подвижным и общительным ребенком. Занимался музыкой, пением, танцами. Принимал активное участие в различных творческих выступлениях. Способности. Талант в музыке. Пишет стихи. Может вдохновлять окружающих. Очень позитивный. Самый загадочный герой. Милана. Хранительница дома. Дух воплоти. На вид 20-25 лет. Молчалива. Мудра. Обладает магическими способностями. Душа ее привязана к части рода Просковьи. При строительстве дома по образу и подобию была восстановлена печь, и тем самым дух Миланы перенесся в этот дом. Проблема. С наступлением темноты дух выходит из плоти и начинает шкодничать. Цель. Передать современному миру истинные ценности нравственности, морали, таинство семейного быта, человеческого благородства, принести в общество здоровый взгляд чувства патриотизма. Охраняет очаг дома, оберегает родственников. Прошлое. Прошлое Миланы на данный момент неизвестно, но в прямом эфире мы это выясним. Способности. Может предупредить об опасности. Способна предотвращать конфликты. Имеет магические навыки. Умеет шить одежду. Зрители не просто следят за жизнью героев, но и помогают им реагировать на различные ситуации. С помощью советов и замечаний можно корректировать поведение участников, учить их управлять своими эмоциями, избегать конфликтов и с честью решать любые проблемы. Шоу «Игры реальности» помогают и героям, и зрителям стать мудрее. Только проявив лучшие человеческие качества – уважение, дружбу, взаимовыручку, готовность работать в команде, социальную ответственность – участники смогут добиться результата и приблизиться к главному призу. Проект призван напомнить зрителям о морально-этических нормах и патриотизме. Чтобы принять участие в проекте, зайди на сайт. Организуй свое персональное пространство, создав личный кабинет. Регистрация займет всего несколько минут. Введи информацию о себе. Имя, фамилия, действующий адрес электронной почты. Придумай логин и пароль для последующего входа в систему. После создания учетной записи тебе на e-mail придет ссылка или код подтверждения. Пройди по ней. Регистрация позволяет пользователю в течение 7 дней смотреть «Игры разума» абсолютно бесплатно. После покупки расширенного аккаунта ты получаешь беспрецедентную возможность влиять на жизнь персонажа, общаться, давать советы и задания, заказывать еду и дарить подарки. Предусмотрена также возможность личного общения с понравившимся героем. Проект может стать отличной площадкой для развития бизнеса. Мы готовы поддержать интересные коммерческие идеи и стартапы, взять на себя разработку стратегии продвижения бренда и внедрение его на рынок. Наши герои могут стать участниками ваших мастер-классов, пообщаются с приглашенными экспертами, будут пользоваться вашей продукцией и в прямом эфире 24/7, 365 дней в году, раскрывая его уникальность.